Добро пожаловать на канал 18 соток. Сегодня расскажу вам о сорте острого декоративного перца, который называется Black Oliva, черная оливка. Сорт острого перца черная оливка очень красивый декоративный куст. Листва у него темно-темно-зеленая. Плоды глянцевые, черного цвета, тоже очень красивые. По мере созревания меняют свою окраску. Становятся сначала темно-красными, потом красными. Очень красивый куст, очень декоративный. Плоды у него похожи на оливки. Плоды сантиметра два, наверное, в длину и сантиметр в ширину. Его можно выращивать как в горшках цветочных, так и на грядке. Единственное необходимое условие – это регулярный полив. Очень любит воду этот сорт. Сроки от посадки до созревания – около 120 суток. Вот так выглядит зрелый плод в разрезе. Толщина стенок около миллиметра. Очень приятный какой-то фруктово-сладкий с кислинкой вкус. По шкале Сковила острота его составляет от 30 тысяч до 60 тысяч единиц. Этот сорт очень красивый. Я думаю, он не оставит никого равнодушным. На этом обзор этого сорта перца я заканчиваю. Заходите на мой канал. Будем знакомиться с другими сортами острого перца. Thank you.